я остановилась, еще раннее утро, всего лишь 10 часов, я остановилась возле Панерет. Как люди вот так вот доездят без дверей? Все вот так лежит, руку протяни, забери все, что хочешь. Я так не смогла бы. Пошли позавтракаем. И поедем в Дестин сегодня. Шикарный, шикарный Дестин. С невероятно красивыми пляжами. Я взяла себе, как всегда, супчик. А потом думаю, надо было на завтрак. Не хочу я опять этот есть бейкон. Не хочу на завтрак. Нет, что-то не хочется. На месте мы задонатили 125 миллионов в наши местные комьюнити. Вот так вот. Боже, как вкусно, горячий хлеб. Горячий-горячий. И супчик. Лучше завтрак. Какое небо грозное. Я собралась ехать на Мексиканский залив и очень-очень далеко. Почти на границе с Алабамой. А такой зеленоглазый, ручкой машет. Он такой классный. Короче говоря, едем. Едем в далекие края. Итак, на обед у меня KFC. Открываем. Два кусочка курочки. Это типа хлебушка и картошечка. Первая картошка. Бон аппетит. KFC рядом. Обязательно. А как же? Во многих магазинах по несколько штук. Как я остановилась на Rest Area. Помыла ручки. Можно купить мороженое, водичку, соки. И даже можно купить кофе. И перекус какой-то. Ой, я так наелась только что, не найду, смотреть не могу. Курочка такая была вкусная, привкусная. Водичка, понятное дело. Итак, это I-75. Скоростная трасса, которая приведет меня сейчас в Телехасе. Вот Телехасе. Я нахожусь где-то, вот она, 75-я идет. Где-то вот здесь, наверное. Тут не написано, где нахожусь. Потом через Телехасе я еду дошла туда. Вот тут вот находится Дестин. Вот тут. А вот он Дестин. Вот он Дестин. Панама Сити Бич. То есть я выехала из Орландо сегодня. Нахожусь где-то вот здесь. Вот Орландо. Мне ехать 7 часов. От дома до Дестина 7 часов. Пока ехала, дождичек немножко покапал по дороге. Как красиво. Травка вся выбрита. Закрыта металлической сеткой. Ну, кстати, аллигаторы по этой сетке могут забраться, перелезть. Это на случай, чтобы туда никто не подошел, чтобы никого там не это. Булечке лет, наверное, 120. Как хорошо в машине. Я поставила на 78. И так сильно дует, аж замерзла. Легла, полежала, потому что встала сегодня в 4:30. Так рано. И так меня склонило в сон. Зашла, перекусила. И так меня склонило в сон. Ловилась на растерии. Как задрыхла. Как легла. Как здорово. И заморзла. Проснулась от души, заморзла. На улице лето жарко. Сколько у меня там? 79-78 градусов, да, поставила. Вообще, когда 78, тут запаришься, я замерзла. Ой, как здорово. Вот такая вот растерия. Так, встаем, едем. Мне еще до Телехаси еще, наверное, минут 40 ехать. Я думала, что я доеду и там где-то переночую. Я сейчас думаю, не, я так вроде выспалась хорошо. Час спала. Прям как легла, поставила какое-то что-то, слушала какую-то передачу, такой, фух, и ушла просто. Здорово. Ой, завтра я буду на пляже Дестин. Самый красивый пляж здесь во Флориде. Сказочный просто, с голубой водой, с такими ваннами. Ой. Сейчас еще один ураган идет туда далеко от побережья. Но тем не менее идет категория 4. Он пройдет через Атлантический океан.
А этот ураган Ида, который прошел несколько дней назад, конечно, вау. Мы его практически не почувствовали. Да, были дожди, все, больше ничего не было. Конечно, что творится там в Луизиане, там такие затопления, есть смертельные случаи, там столько разрушений, столбы деревянные все валяются, сложат. Караул. Мимо нас, все ураганы проходят мимо нас. Вот так как Катрина в 2005 пришла, прошла мимо нас, я только в 2005 сюда приехала, прошла мимо нас и ударила вот именно по Луизиане и затопила полностью город Нью-Орлеан. Он, кстати, находится ниже уровня моря, поэтому его так и затопило. Короче говоря, я сплю, прямо сплю. Ой, как хорошо, когда есть свой матрасик, есть своя кроватка в машинке. Боже, обожаю свою кроватку.